Сегодня ты будешь моей малышкой. А как это? Я не умею. Ты что, никогда не была малышкой? Я тебя научу. Ложись в коляску. А как? Покажи. Ладно, я тебе покажу. Ну, детки плачут, когда соску хотят или покакали. А, ты покакала или соску, может, хочешь? Я тебе показываю, глупышка. А, понятно. Ты будешь плакать, а я тебе соску чпок. А как соску сосать? Эх, давай покажу. А чего сейчас плачешь? А может, малыш укакался? Нужно проверить. А как? Давай покажу тебе. Подходишь, снимаешь. Фу, так ты покакала. И нужно заменить на новый подгузник. Тебе все понятно? Угу, а потом? А потом нужно накормить малыша. А как, покажешь? Все тебе нужно показывать. А потом начинаем кормить. Я все поняла, давай играть. Ты знаешь, я уже наигралась. Девочка, присмотрим за малышкой. Угу, присмотрим. Не мама я тебе. Не дам. Мама, мама. Мама, 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 мама. Иди давай в другую комнату игрушками играй. Ну ты и тяжелая. О! Малышка. У-ля-ля. What? Nice. Ну все, теперь она меня точно оставит в покое. Ммм, какая вкусняшка. На, попробуй. Не любишь сладости? Что же ты любишь? Бинго! Ты же его любишь. Пей, пей, давай, давай, пей. Давай, давай, пей, пей, пей. Давай, пей, пей, пей. Thank you.
Вот теперь ты точно не вылезешь. Теперь мне точно никто не помешает. Где зарядка? А ну отдай зарядку. Отдай, кому говорю. Ну как вы тут без меня, ладите? Ага, лучшие подруги. Поиграй со мной, пожалуйста, куклами. Я уже большая, чтобы куклами играть. Вот если бы Ева маленькой стала, я бы с ней игралась, на колясочке катала бы, а еще кормила бы. Ева стала малышом. Кто это там маленький стал? Как кто? Да ты маленькая Ева. Это ты маленькая стала. Я маленькая? Не может быть. Ой, что-то на ноутбук тяжелый. Ой, и ручки маленькие. И ножки маленькие. Я маленькая стала. Классно, я с тобой буду играть. Не надо со мной играть. Не крути меня, пожалуйста. Евочка, ты прям как кукла Бэйби Бон. Сама ты как кукла Бэйби Бон. Что это такое? Куда ты меня положила? Забери меня отсюда, мне скучно. Ладно, давай я тебя в коляске покатаю. Я не хочу в коляске кататься. Ну, все детки в коляске катаются, и ты будешь. Ты кушать, наверное, хочешь. Сейчас я тебя накормлю, Евусечка. Открывай ротик. Кашу? Я не хочу кашу. Я не люблю молочные каши. Ну как тебе, Ева? Ты знаешь, неплохо. Даже вкусно. А теперь поменяем тебе подгузник. Я не хочу подгузник. А может, не надо? Надо, Ева, надо. Хочу опять быть взрослой и делать домашнее задание. Что ты там сделала, чтобы я стала маленькой? Сделай наоборот. Ладно. Хочу, чтобы моя сестричка Ева опять стала большой. Ура! Я большая! Евочка, присмотри за малышкой, я скоро приду. Не хочу. Ну тогда садись, делай уроки.
Мам, ну конечно присмотрю. Давай мне ее. Все, мам, можешь идти, не переживай. Она в надежных руках. Еще хочет. Успокоилась вроде. Батарейки сели. О, идея. Ну что еще? Фу, так ты покакала. Правильное дело. Ну что ты хочешь, кушать? Сейчас что-нибудь придумаем. Ну ты и голодная. Когда уже мама придет? Ну как вы тут без меня? О, мама пришла! Мама, где так долго была? Мне уроки учить надо!